начинаю новую игру, загружаю, точнее, старую. Я никуда не нажимал. Или нажал. Будабум иллюминатов увеличивает здоровье ближайшим юнитам. Исследования смотрю, какие тут надо сделать. Для строений. Стоимость на 5% уменьшим. Время строительства увеличим. Ускорим. Уменьшим тоже на 10%. Ну и радиус радара на 30%. Поехали. Экстрактор материи. Инженеры будут строить тоже. Экстрактор материи. Ой. Ты будешь строить эти штучки, генераторы энергии, и поставишь 6 больших станций. Их хватит, они очень дорогие. Наливал себе водичку, пил водичку, наливал себе водичку. Так. Сейчас этот инженер. А другой инженер будет ему помогать. Тут же помощь есть. Тут строишь в два раза быстрее, если другой инженер помогает. Тут же такая штучка. Такое дело. Нет, не помогает. Не помогает. А так? И так не бывает. А, видимо, фабрику строить быстрее. Застрял, что ли? Короче, не хочет строить ничего. Ну и пусть. Мне надо, чтобы ты тоже это строил. Давай ты построишь. Вот эту? Не может. Два. Три. Ты пойдешь, будешь строить вот эти три научные станции. Ресурсы есть? Почему нет? Почему бы нельзя сделать?
А командир пока постоит, поскучает, попатрулирует. Топай, топай. Давай. Что-то я там пропустил в прошлый раз. Ну, самолетик, разведчик уже появился. Это не то. А, то. Есть еще и следы мне нужны. А, вот эти вот оружие. Усиленная, укрепленная артиллерия сначала. Командир должен поставить же эти экстракторы металл, материи. Чё ж я зеваю? Давай ставь. Так, укрепленная артиллерия, потом пушка Гаусса. И потом... Топ. И потом будешь строить уже генератор энергии. Здесь. Раз. Два. А ты будешь строить здесь меня при энергии. Раз. И здесь. Это быстро, это строится быстро очень. И щиты. Генераторы энергии и щиты. Пускай. Командир что будет делать? Что будет делать? Так, я сегодня делаю. Танки же я не делаю. Ладно, все равно завод построю. Пушка Гаусса появилась. Ура! А, радар же надо. Пристройки. А зачем здесь радар? Если у завода есть радар. А, так. И зенитка. Давай. Есть зенитка. Все. Так. Давай, ты не скучай, а ты строй 15 инженеров. О, щит построил. О! Что это построил? Радар поставил. Это радар такой? А. Крышку поставил. И ракетную. Установку поставил. Что еще? Давай, ремонт. Или нет? Или кто-то? Это сначала. О, инженер пошел. Строить будет он у меня искричество. Генератор энергии. Много. И здесь.
процентов прироста энергии. Это ощутимо. Так, один свободный инженер, я вижу. Он пойдет строить, опять же... Что он пойдет строить? Пушку. Хе. Потом. Радар. Потом. Зенитку одну. Потом. Уже... Немножко энергии. Потом экстрактор материи. Еще немножко энергии. Еще один инженер. Он будет строить генераторы энергии здесь. Надо много-много энергии. И один инженер поставит здесь пушку. Так. Добавим материи. О. Плюс 25% материи. Добавим. Ах, вы злые бомбардировщики. Ах, вы злые бомбардировщики. Хорошо, что инженеры друг друга ремонтируют. А, не убили. Ай-яй-яй. Убили одного инженера. Остался металлолом вместо инженера. Так, ты строй что-нибудь еще хорошее. Еще я. Давай материю. Еще энергию. Генератор энергии. Давай строй. Много. Еще один инженер пойдет строить. Поедет строить. Еще энергию. Генератор энергии. Вот так вот. Так. Есть. Теперь ремонт. А, да, ремонт. Так, а один инженер построит мне уже генераторы. А конвертер материи. 6. А-а-а! Чини его. Что делать? Так. Да. Давай, монтируй. Мне кранты. Что я натворил? Я допустил ошибку. Давай. Я так не хочу умирать. Commander under attack. Командир, что ли, прокачать туда? Прокачаю командира пока. Это такие дела. Commander under attack. Так, материю конвертируем. Так, командир построить трактор материи. Ой, что происходит? Сейчас сделаем.
Так, ты построй здесь генераторы энергии 2, чтобы они все ремонтировали. И щит. А, щитов еще нет. Все, теперь все ремонтируется будет. Они теперь будут друг дружку ремонтировать. Как-нибудь. Ты что, скучаешь? А, понятно. Вот что, он скучает. Так, и радар. И радар. А. Конвертеры. Конвертеры есть? Дело дрянь. Дело дрянь. Сейчас все взорвется. Как-то я поспешил. Как-то я не ожидал, что они вот так вот выйдут. Commander under attack. Что-то и надо будет ставить. А, кажется, материя нужна. Валю, валю. Щитом поставлю. Мне нужен на строительство, опять же, конвертеров. 7, 8, 9, 10. Радар есть, замечательно. Энергии полно, не могу конвертировать ее. Так, ты строй сюда что-нибудь оборонное. Давай, база, база. Это будет база наша. Маленькая. Щиты. И... и противоядерка. Так вот. Должно получиться. Конвертирую потихонечку в материю. И энергию в материю конвертирую. Так, мне нужны уже самолетики. Истребители какие-нибудь. Так, дальнобольная артиллерия. Прямая наводка. Потом. Сейчас. Сейчас. Потом дальность артиллерии. Конвертирую по мере возможности. Все, что есть. Так, ты у нас что строишь? Пушки. Потом зенитки. Потом щиты. Много щитов надо ставить. Столько. Что я вижу. Конвертирую сколько могу. Конвертеры производятся у меня?
Строится? О, строит. Молодец. О. А ты построишь. Так, здесь нужны зенитки. Обязательно. Ты построишь щиты. Парочку щитов построишь. И построишь такие пушечки. Дальнобойность. Дальнобойность. Ой, что это было? Ну что, он не собирает металлом? А вот так, если патруль собирает. Если патрулирует, собирает. Ну, ладно. Мочи, мочи всех. Энергии. Я уже энергии много уже. Толку мало. Не научился еще. Ctrl 2, item. Вот так. Item. 2. Так, уже противоядерка надо ставить. А, построил? Противоядерку. Нет еще. Пристройки. И истребители. Вот здесь у меня. Зенитки строит, молодец. Все, база будет скоро. Так, один инженер мне нужен, чтобы построить где-нибудь здесь щиты. Щиты нужны. Вот так вот. Так, давай строй уже противоядерки. Пора. Три. Альт-М. Два. Альт-М. Контур 2. Все, горячими кнопками конвертирую. Так, что мне нужно здесь? Регенерация. А я здесь не знаю, как использовать. Так, вот. О! Всю энергию конвертировал. Какой небольшой расход у меня сейчас. О! Круто! Хорош, что есть зенитки. А сейчас щиты появятся. Первая артиллерия, надо же. Как я не ожидал. Ну-ка, щиты давай, давай, строй щиты. Пара щиты строй. Контур, давай. Командир under attack. Да нет. Так, команда, давай подешевле построим. Вообще не строй. Больше никто не может.
Все уничтожают эти артиллерии. Так, пыры у меня на максимуме. Вера, чуть-чуть прокачаю. Ядер тоже надо строить. У меня одна противоядерка, а там противоядерка где? Разбили? А, еще не построили. Давай всю энергию. Как много у меня материи, энергии. Ты что, сколько еще строишь? А, последняя единица. И щиты будут уже строиться. Яко уже строится первое. Так, здесь что у нас происходит? Щиты надо здесь поставить, конечно же. Так, несколько щитов. Ты поставь здесь дальнобольное. Надо. Кто у меня тут еще есть? А, давай, ты поставь дальнобойную артиллерию. Нет, щиты важнее. Так, щиты. И дальнобойную артиллерию. 4. Вот так вот. 8. 9. 10. Это будет сильно артиллерия. Да. Что с командиром? Ой, щиты я не построил. Давай, командир, здесь строить щиты тогда. Под таким ударом здесь сейчас. А, сколько у меня? У меня две только готовые. Сколько летит бомб? Или я проиграл? Одна только летит. Ну ладно, переживем. Куда летит-то? Куда-то далеко летит. Куда-то далеко летит. Сюда летит. Убегай. Убегай, убегай. А, нет. Нормально все. Так, вот у тебя делает. Тут есть твоя. Давай построим. Твоя здесь. А здесь какой-нибудь инженер сейчас построит противоядерку. Повторилось. Что у нас здесь прокачали все, что надо было. Строителям надо чуть прокачать видение. Скорость строительства инженеров. Щиты на кого? Это у нас для крипторов. А, криптор. Так, не забываем конвертировать. Все. Все, противоядерка здесь строится. Ctrl-3. Все есть. Все, главная угроза — ядерные ракеты.
уже мне не страшны. Стоит еще наземная техника, бомбардировщики разные. Строится противоядерка. Так, щиты. Щиты нужны здесь обязательно. Это очень важная часть карты. А, нет. Да. А ты строй здесь. Артиллерия строится? Я отменил строительство от артиллерии, помнится. Ты строй артиллерию дальнобойную. Здесь. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Что тут у вас? Ай. Commander under attack. Я прям теряюсь. Командер атак. О, щиты пробили. Ну я не знал, что они пробьют щиты-то. Я не знал, что щиты пробьют. Много очень. Да и все, потерял опять. Аегис можно было ставить. Может быть, Аегис был эффективен. Кучу ресурсов потратил. Все, потерял. Так, ты построй. Так, ты что построишь? Два щиты построишь. Парочку. Здесь. Щиты нужны. Так, я один инженер. Построить здесь тоже щиты. Ты построишь здесь экстрактор материи. Построишь конвертер. 7 8 9 10. Так, так ты строишь меня в противоядерке? Да, строишь. Криптор. Криптора нет. Так, сюда надо какую-нибудь защиту. А, тут есть защита. Сюда надо защиту. Так. Ну что, Криптор? Ну что ж, я еще не проиграл. Получил, конечно, удар под дых. Ты чё, сколько щитов строишь? Еще пару щитов здесь надо построить. А. Так, король Криптор уже могу строить. Так, давай-ка Аегис посмотрю, как работает опять. Непонятно, как это работает. Так, где еще конвертер материи у меня? Control 4. Commander under attack. Ой-ой-ой-ой. Два еще щиты. Раз уж успел эти построить, давай и эти построим. А, эти новые щиты поставить. Чем плохо Аегис, он меня автоматически. Щиты скорее, щиты, щиты. Вот.
Все, проиграл. Надо было больше того ставить. Все, потерял. Отступить может? Может отступить? Или подступить к этой? Не, ну я сейчас ядерную бомбу бабахну одну. Аж не знаю, что делать. Ну давай, ладно, командир отступит. А я Айдис заказал. Который есть. Так, командир, иди сюда. Или нет? Или не сюда? Ну куда бабахнет сейчас? Посмотрим, куда бабахнет. Нет, не в сторону командира. Так, а тут я строю ракеты. Строю противоядерные ракеты, да. Защита есть. Commander under attack. Сейчас ее собьют, эту ядерку. Она летит как там, где не надо летит. Оп-оп. Противоядерка пошла. Или нет? Да. Сбили. Сбили. Я ее сбил. Ядерный зонтик работает. Так, что же делает? Ой. Командира убили, что ли? Так замечательно и быстро. За полчаса я проиграл. Ох, какая разочаровашка. Артиллерии крутые. Тоже. Либо Аегис. Артиллерия сильная очень. Попробую Аегис поставить. Не щиты ставить, а Аегисы. Как они работают здесь? Против таких противников. Посмотрим. Статистика. 500 фрагов. Ровно 500 фрагов. Ну, по ресурсам я рекордсмен почему-то. Исследование тоже рекордсмен. Останавливаю запись.